Всем привет! Продолжаем гулять по городу. Немножко о доме на Декабристов 19. Немного, конечно, данных. 1840-1841 год. Жил академик Константин Иванович Арсеньев, историк, географ. Кстати, возможно, здесь бывал и Герцен. Он пишет: «Арсеньев со мной не сказано хорош, я у него бываю», писал он в 1840 году. Арсеньев помог Герцену о смягчении приговора. Герцен грозила ссылкой в Вятку. В мае-декабре 1844 проживал писатель Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. Год постройки дома 1836, архитектор Ижако. 1971 капитальный ремонт дома. 1917 год показывает здесь кондитерскую Павла Ивановича Уотса. В алфавитном списке проживающих его нет. Я беру данные с сайта сети Волос. В 1914 году показывают владельцем Федора Рудольфовича Зальмина. Адресная книга Яблонского 1896 года показывает здесь булочную и кондитерскую Фердинанда Ивановича Фиртеля. В основном здесь, честно говоря, это я посмотрю перечень заведений, в основном здесь были булочные с 1929 года. Тут в 1903-1905 годах здесь жил скульптор Изенберг, а в 1870-х архитектор Стефанец. Ну вот так вкратце немножко данных о доме на Декабристов 19. Пока-пока, до свидания, всего хорошего. Посмотрели этот дом.